туриста, да? То есть автоэкспресс, да, получается? Да, да, да. Он, получается, как идет? Через Раменский, Максатиху и удобно, да? Ну, по всей видимости, да. Мы-то до Максатиху едем, поэтому мы-то не можем вам... А часто на этом маршруте ездить вам приходится так? Сейчас. То есть регулярно, то есть вот именно на этом маршруте он регулярно как бы ходит, да? Да. А какой у вас автобус? Это какой? Междугородний какой? Автобус, обычный экскурсионный. Экскурсионный автобус. А куда направлялись? Ну так, как по городу. Просто по городу, да? А давно работаете водителем? Первый день сюда. А, нет, третий. Третий день, а опыт у вас водительский? Большой. Какой? А пассажиры говорят обратно, то, что вы ехали по маршруту из Твери в Удомлю через Максатиху. Кто говорит? Ну где пассажиров забирали-то? От туриста, да? Все, я беру 51-ю станцию.